Всем привет! Я в магазине Фикс Прайс, город Орск, остановка Ленинского комсомола. Смотрите, какие у нас появились олени. Опять я свое детство вспоминаю. Такие олени были, мне кажется, в каждом доме. И не только олени, а различные такие вот фигурки. Какие красивые. Мне больше всех понравился почему-то беленький. 199 рублей. Состав доломит. Целая стая оленей. Опять у нас появились шкатулки. Уже побольше. Эти вот маленькие, видите? А это большая. Большая, и, по-моему, крышка у нее была на магните раньше. Сейчас посмотрим. Да, крышка на магните. Хорошо примагничивается. Держится. Симпатичная. Ну, такой можно было поставить куда-нибудь. Только не знаю, куда. Та была в серебряном цвете, а эта в золотом. Товары повторяются. В прошлом году все было то же самое. Такие же шкатулочки, поэтому я запомнила, что крышка на магните, но тем не менее красивые. Смотрите, фоторамка на 5 фотографий, из всего 55 рублей. Здорово. И в такой темной рамке. Размер не могу сказать. Где-то, наверное, 15 на 20. Сделано в России, в городе Рязани. В составе дерево, стекло, картон, бумага и металл. Фикс Прайс у нас, по крайней мере, меня удивляет и удивляет. Опять новые шторки для ванны 180 на 180 сантиметров. Прочная, из водоотталкивающей ткани. 12 колец в комплекте. Смотрите, какая ткань. Она такая, не знаю, блестит, как будто парча. Ребенок плачет. Набор контейнеров с перегородкой. Размеры. Три крышки. Значит, один контейнер с перегородкой и два без перегородки. За 77 рублей. Для хранения мелочей. Для хранения мелочей. Новые стеклянные чашки. 300 миллилитров. Такой интересный рисунок. Состав стекло. В прошлом видео я показывала фужеры, бокалы для бренди, а здесь еще появились для вина. Здесь есть еще для вина. Очень красивая посуда. Я не знаю, это видео выйдет вперед или то видео выйдет вперед. Но вот опять у нас новая посуда. Очень-очень красивая. Фикс Прайс нас удивлял вот этой посудой. Вот этими бокалами, фужерами. А теперь появилась новая. Пиала бульонная. 900 миллилитров. 99 рублей. Состав керамика. И расцветка только такая. Салфетки кухонные. 45 на 30. Я, по-моему, как-то уже показывала. С оленями и елочками. Как раз прям новогодний. Чехол для хранения вещей 45 на 30 и 20 сантиметров. Изготовлено в Китае. Нетканный материал и ПВХ. За 99. Что-то я так и не поняла. На картинке не показано, что хранить. Просто что-то обычно показывают.
Есть еще и зелененькие. Полотенце пестротканное. Кухонное. Состав хлопок 100%. За 77 рублей. Со снежинками. Все к Новому году готовят. Заснеженные ели стоят на картинке. А здесь просто снежинки. Полностью. Орнамент, наверное, скандинавский. Сейчас у нас все такое. Книга «Панорамка». «Оживи сказку». Книга с движущимися элементами. «Волк и семеро козлят». Давайте посмотрим. Ах, вон как. Интересно. А это лучший праздник. Мини-мишки. Мими-мишки. Мими-мишки. Играем круглый год. 3D-картинки. А вот цену я не вижу. Айболит есть. Ой. Интересно. А, все, нашла. 199 рублей. И кто живет в океане? Основательный. Энциклопедии. Планета Земля. За 199 рублей. Мир животных. Необычные таланты. Умные наклейки. Развиваем мышление. Давайте посмотрим, что это. 70 наклеек. Дольки за 55 с многоразовыми наклейками. Шампунь профессиональный для мужчин за 55, 400 миллилитров. И такой. Маски медицинские из нетканного материала, одноразовые. Сделано в России. Отличное качество, комфорт и надежность. 10 штук в упаковке. 55 рублей стоимость, черного цвета. Еще есть такая маска, беленькая. Медицинская стандарт. Носовой фиксатор, трехслойная, эластичные заушные петли. Здесь 5 штук, 25 рублей. И маска медицинская, детская. Смотрите, с каким рисунком. 5 штук, 18 рублей. Хотела купить календарь тройной такой, но здесь только остались такие большие. А вот смотрите, какой календарь домик 2020 за 55 рублей. Вот такие бывают. С цветочком нейтральный. Кому мышки не устраивают, например, меня. И вот такие вот крыски, мышки, не знаю, крыски, наверное. Опять новые мелкие сквиши за 55. Разные разновидности, есть тортики. Ломтики апельсина. А это, наверное, манго. Арбузики. И вот такие антистрессы. Кобра такая. А вот еще одну мелку нашла. Крокодилы. Опять новинки.
Шапка за 199 с ушками. Они не теплые, так на Новый год только если надеть, а так ходить не пойдет. Для чего они тогда, я вообще не понимаю. Если только костюм делать. Барашек мне больше всех нравится. С рожками. Красивый. Ну и последняя шапочка. Шапочка так хорошо сделан. Помпон прям как натуральный. На самом же деле, конечно, нет. Так. Шапка женская, изготовлена в июле 2019 года, 100% акрил, изготовлена в России. За 199 и есть без помпонов. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.